Всем привет еще раз. Начинаем миссию ограбления. В итальянский еще хотел сказать. Но фильм такой был. Ограбление там нужно будет украсть Эми. И на гидрах улететь. Я подумал, что вам будет это интересно посмотреть. Записываю вот ролик. Пока чтобы собралась вся компашка. Так, все, поехали. Моя доля двадцатка, так. Ну, давай, кто ко мне сеет? Никто? Ну идите вы. Туда, где пришли. Так, куда? Вот сюда, да? Ну ладно, поехали, значит, там. О, парень не там поехал. Что, хет? Только что проходил эту миссию. А, стойте. Нет, музыки не надо. Думаю, тут эпичная миссия, такая веселая. Пострелять, полетать можно. Волан, походу, мы. Сейчас выключу пока тогда музыку. Воу. Надеюсь, вам пока не мешает телевизор. Там торет так. Так, ладно, играем. Воу. Так, а второй? А, второй, ты чего второй? Да, правильно еду. Надо брать мустанг, что ли? Блин, я думаю, либо тачку купить новую, или копить все-таки на дом такой многоэтажный. Ну, там за 150. У меня сейчас будет 120 тысяч, что ли, если пройду вот эту вот миссию. Либо тачку втюнить полностью какую-нибудь, или купить другую тачку, или не купить на тачку на хорошую. Это как-то уже надо классно, мне это вообще нравится, как я ее сделал, он притюнил. Но она не варит, что ли, так сказать. Ну что надо делать? Ну не ее, отюнить ее как-то дорого. Там 42 тысячи что ли, стоит турбонаддув. Эх, вот такие дела. Пойдем пока взглянем. Так, я добрал 101. Я не хочу, если честно, ехать. Ну, на лодке здесь. Воу! Йоу! А, я, наверное, и первый день не плыл на лодке. Потому что я улетел в океан. Так, парни, давайте я поеду на лодке. Давайте я поведу ее, ну давайте, ну, парни. Ну, дайте мне землю заниматься. Парни, дайте я поведу ее. Во! Ну ладно, хотя бы так, что ли. Так, пока установлю свою Масерати, которая вон там валяется. Утопшая. Где еще один? Морс Мьючуал, how can I be of service? I think we can do that. Все, спасибо, то, что дали мне возможность. Ну, чего ты так долго-то? Я уже хочу воевать. Тоже как я. Ло. Ха-ха, обстреляем колеса. Лоу. Он сейчас упадет. Вы хорошие люди. А мою тачку будем стрелять, потому что она в воде. Я тебя не слышу, парень. Только вот не выходи, приз. Упал, выйти на нажата. Можешь выйти на нафиг. Нет, не вышел. А то только что играли минут 5 назад. Парень вышел. Блин, я думаю, что надо будет записывать, и он. Он уже вышел. Хорошо, что я записывал. Вот мы нафиг заново. Красиво, реально. Ну, копировал десант. Смотри, как я сюда, опа. О, факин, все. Дагестанцы! Да. No page. И трамплины. Были бы такие трамплины специально для GTA. Ну как? Не в гонках, а просто гоняешь. Ну понятно. Красивый заклад. Ой, очень красивый.
Она тут, вроде в этой игре всегда ночь. Как же долго добираются. Видите, видишь, готовится. Короче, я понял. Нужно поставить лодку, заплыть в этот внутрь. Заплыть внутрь. Убить всех. Забрать гидру. Сесть на другие гидры. И улететь. Мы первый раз, когда приходил эту миссию, мы делали. Убивали всех свидетелей, потом посадились на гидру. Да. А, это за нами, наверное. Ну, в будущем. В будущем за нами, так сказать. Ой, запишу, наверное, только одну миссию. Вот это. Надолго будет, наверное, минут на 20. Посмотрим, что будет. Давай, 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 до паркучку уже. Йоу. Прикольный такой корабль. Йоу, бич. Да. Да, вот это вот самое нормальное такое оружие, если честно. Так, парень, здорово. Так, что, пошли воевать? Так, ну что, может, постреляем? Йоу! А, смотри, кинул! Да лови, 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 лови! Лови еще одну! Ну что, вам нравится, да? Мне нравится. Вас убивает. Так, ладно, стреляли, хватит, бежим. Так, этот минус. Так. Эпично падаем. Нет, не эпично падаем. Так, воу-воу-воу, кто-то меня там. А, нет, меня, ладно. Ёпты, что делаете? Своих только не убивайте, парни. А то, блин, как-то не оп будет. Так. А, тут раньше другие были, так я никого, ну ладно. Нет никого. Так, тут можно спрятаться, да? Угу. Кого он стрелял? Так, главное, никто не умрет. Не умрите, пожалуйста, парни. А то как-то вообще не кайфово будет все заново приходить. А, так, ну да, правильно, куда мы идем? Звездный полос. Вот идиот, а. За ними надо идти. Да вперед, вперед по лестнице, чего вы смотрите? Да, правильно идет. Сейчас там будут другие. Так, ладно, смотреть надо. Да, да, вот, правильно. Сейчас Феба слева. Лол. Так, аптечка, аптечка, по-моему, да? Да, сюда надо. Чё ты стоишь-то? Так, так, не, не, стой, стой, кто там меня сзади фигачит? Так, ладно, будем с этим оружием делать. Так, все, полетели, парни, полетели, 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 полетели по-бырому. В первый раз пройти надо эту миссию. Так, надо теперь... Да, да, да. Так, садимся, садимся, садимся. Ну, ну, блин, ты бы еще его с высоткой протер бы и помыл бы. Что, Б, ты че это? Так, убираем. Так,
Так, теперь мне нужно искать другие истребители. Давайте они спарим истребители. Вот они, да. Я не помню, какой у меня был уровень, сложный или какой. Надо поставить уровень. Не знаю, да, сейчас подъем. Надо их найти сначала. Так. Это эти тут должны быть, надеюсь. Это вот тут у нас то. Знаете, как типа какие-то были заморожены, потом я их увидел, они сразу полетели. Это как за... Ну, в стиле GTA, короче. Вот они летят, надо мной вроде, да. Опа-ну? Чё такое быстро? Ну, выйди, да? Да ё... Как? У нас же еще одна была... О, ну ладно, хотя бы сейчас. Я сказал то, что мы с первого раза не пойдем. Fucking shit! Какого хрена? Парни, блин, я просто с этим разговариваю, кто там меня. Да давай заново. Не-не-не. Заново, давай. Заново. Так, айфон, перестань. Ну, заново, конечно же, сейчас мы будем угонять истребитель. Так, так, да, давай, 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 все, начали. Двадцатка мне не помешает. Ну просто и так интересно для разнообразия. Все, помчались, 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 где я? Так, я сажусь в гидру, сразу лечу их убивать. Да это моя гидра, вы че, ну, парни, ну вы пипец. Да вы вообще не ищете. Гидра на базе, другие даже прикрыть, ну... Да, как не угоняйте, пожалуйста, гидру, а? Угнали гидру. Йоу! Улетел. Так. Так, летим убивать гидру. Гидру, да, убью. Это что-то... А, да, я забыл выключить. Так, ладно, все, летим убивать. А, вижу. Где они? Где они? Я их не вижу. Надо мной, надо мной. Где? Где? Красава лично еще. Йоу. А, где тот? А, понял, разворот. Разворот, переворот. И ударился я, бросим я оборот. Где? Где эта гидра? Она упала. Это тоже надо падать, да? Что-то я не вижу. Она тоже упала. Окей. Кто? Кто умер? Блять. Тупые! Нахера не воруйте гидру? Не воруйте гидру, блин. Потом украдете, когда все, всех убьете. Долбоящеры, блин. Все им объяснять надо. Нет, давай заново уже, наконец-таки. Сука, тебя закрыть нахер. Никак? О, фак, чё-то вообще, блин, конечно. Да, миссия, наверное, тоже минут на 40 выйдет. А, не уже ходить надо. Давайте пройдем эту миссию, и все. Надо бежать к этому, к этой гидре. Все такие умные, а? Сейчас я сяду в нее и буду сидеть как решили. Давай, 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 мне нужно гидре лететь. Бежать. Все, я бегу к той гидре. Я красавчик.
Все, молодцы, да, я бегу к этой гидре и буду расстреливать. Мне надо не расклад, но сюда мне не надо. Все, давайте, летите. Все, все, летите, 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 летите. Гоу, гоу, гоу! Давайте, летите, вы, блин, тупые, а. Вы такие долгие-то, вообще, блин. Наконец, все. Красиво так, улетели. Так, я буду отстреливаться. Нет никого? Ну, давайте я буду за вами следить. Красиво, а не носит еще. Ладно, мне теперь не упасть. Ну. Всех убили. Ну где вы? Так, я в университет, надеюсь, мне не будут атаковать снизу. Да, перехватим, конечно. Так. А, блин, она так же летает, а как вперед делать? Так, сидеть, сидеть. А, чтобы пропустить между режимом полета и режимом зависания, нажмите, ага, окей. Понял, все. Это так, этот... А, шасси мне никак не нравится. Ёпты, ёбат. Убивайте их, блядь, ну. Пипец, вы вообще, конечно, наркоманы, блядь. Убить даже не могут, пипец. Конечно, она такая жесткая вообще, гиря. Хуй, ставим. Йоу! Красавчик вообще, парень. Тут может я, конечно. Так надо вилять вообще изо всех сил. Значит, мне не слушается вообще никак. Ладно, не упасть. Последний остался. Нет, блин, я думаю, сейчас мы с ним столкнемся. Все, все, да? Вот так вот надо. А то сразу полетел, еще что-то, блин. Доставьте гидры в точку сброса. В точке сброса. Представляю, я такой. Сбрасываешь гидру. Вот это скорость. А это где? Парни, только не провалите задание, не провалите. Игорь шатает вообще, конечно. Ветер всегда, да? Тут прикольный салон, чем там. Отключились так резко. Пугай меня так. Так, куда? Ловлю. С ним врубаюсь тут. Так, смотрим, ноги там же. Так, шасси выпускаем. Садимся в аэропорт. Careful landing the Hydra. Bring out the landing gear and set it down gently.
я знаю, как сразу тут. Да, ничего. Давай. Прикольно, такая гидра, блин. Именно тут в гараж надо, блин, заехать, вы чё? Я же сейчас крылом тут тронулся, мне тут вся команда захерачит. Ее, наконец-то мы прошли эту миссию. Я ее прям закончил. Вообще красавчик. Китает, блин. Надо, блин, сначала все эти грабления проходить, надо дом купить, все. Сейчас, если будет интересная миссия, я ставлю запись, если нет, то... Дебилы, блин. It also means getting a Valkyrie attack chopper from, well, this will teach him who to listen to, Meriwether Security, Port of LS. Once we're done with that, we'll go back to your place, get started on that thing I know nothing about. Ну, понял, типа, это нужно, Валькирия, смотри, вот вертолет есть такой, он классный такой. Тут такой военный, как во всех фильмах. Все, прошли мы ее. Че мне дадут? Мне платину дали. Потому что я там, блин, убивал сколько людей. Тридцать второй уровень. Все. А 32 уровень нет? Не дали? Обидка. Ну, может другой что-нибудь? Киньте мне еще. А, блин, там надо сейчас будет попасть на эту. А, нет, надо будет закинуть Эми, потом уже украсть. Сейчас разберемся. Ожидание игроков. Ладно, так, сейчас посмотрим, что будет. Вообще какой-то меня сейчас выкинет просто в GTA, даже не в онлайн. Ладно, всем спасибо, всем пока. Посмотрели, ну, поглядели, что и как. Мне понравилось. Спасибо, что были со мной. Смотрите еще. Так.